Всем привет! Начинаем путешествие очередное с компанией «Ларуси» уже по Москве. Вот был в Москве и видел очень симпатичный, очень красивый, мне понравился фонтан «Вдохновение». Он находится на пути от метро Новокузнецка к Третьяковке. В таком небольшом, маленьком, красивом, симпатичном скверике на пересечении Лаврушинского и Большого Толмачевского переулка. Открыли его по случаю 150-й годовщины основания Третьяковской галереи в 2006 году. Вот. А сделан он скульпторами Александром и Филиппом Рукавишником. Очень интересный, симпатичный фонтан. То есть, как бы внизу голубое дерево, которое омывается бьющими снизу струями воды, и опирается все на большие картинные рамы. Красивое место, много людей. Там можно посидеть, помечтать о чем-то. Вот такие дела. Все, пока, всем привет.